пожарные серые эти практики. Вот это интересно. Ужасные проблемы. Слушай, да, дорог едет, сигнал потерял, слышно, что не увидели, блядь, куда ехать? Да вообще пиздец, вот все так размещали, ну, типа, ну, это же как, ну, какая-то промышленная зона. Ну, Вова с ходу заряжает. Я так чуть-чуть, да. Я не Вова. Ну, по рыбалке там так заряжал, да? На лицо заехал, да. Так ты на два был зарегистрирован, да? Ну, да, у... Завалился там, блядь. Блин, надо, блядь. Все, направо поворачивай. Все? Направо, направо. Да я тебя искал, искал в протоколе, думаю, да где ты, что ты там? А, зарегал со мной один, приехал первым. А что решили тебе играть, поехать на Тифу? Ну так интересно. А куда решили-то? Едем сейчас на ТП Аба, а потом на Тиху, с Тихой по тропе Грина. Ага. Противоход? Противоход, да, весь. Ну, вверх, вверх, вверх. Ну да, да, понабирать, короче. Да, да, да. А потом уже оттуда козью балку. Козью балку? Не, ну у нее есть долина скифов, такое гордое название. Да, да, да. Хотя всегда была козья балка. Просто козья балка. И это а примерно вот моя ежедневная тренировка. Разогрел. Хотя, когда я разогрелся, едем на Гармыш, да? А потом, Костя, надо будет еще съездить куда-нибудь там. Каменку, заказ сделать. Это малынку. Малы после гонки 3 часа проехали. Смотрю, сейчас закатку начинают делать. Я говорю, что-то они там... Вообще. Блин, 6 утра так хорошо было. Сейчас уже что-то лето начинается опять. Еще лето, да. Пошел 4-й месяц снег. Да. 32-й день или сколько? Или уже 33-й, да? Августа. И снова 3 сентября. Да. Да, вода вообще сейчас 25 где-то. Вообще теплая такая. Да, 26. Еще, наверное, даже 26 где-то. Та еще будет держаться. До 15-го. Где-то. Да, это у тебя мотор работает? Да. Я не могу понять, я думаю, только тут велик недавно перебрали. Еду и слышу, что как, откуда, зачем? А? Блядь, не моя.
Ехал. А, да вон там вот так проехал. Так он 46 первый проехал. 48 второй. И последний 53. Я говорю, так он вообще мертвый, блин. На первом пути выложил. Ну он молодец. Если он уже профессионально занимался, там в Граде тренировался. А, там все, да? Да, я говорю, с него уже все выжили просто. Спасибо, толку, что никак много не будет. Ну, вот, ты переехал, да? Ну, да. Я как бы нюансы не замечал. Это мы сейчас где? Выезжаем. О, ничего себе. Прикольно. Я тренировал. Последние дома, что у нас. А, я понял. Ага. А, ну вот терраса уже сейчас, да, это? Да, да. Прикольно. Это же здесь живет Саня. Да, да. Так, и сколько у нас примерно будет сегодня маршрут? А я не знаю, я думал, на кого начать. Я до обеда и домой. А. Наверное, километров 80, да? Дай, дай. Где? Круг почёта. Разворот, поворот. Три ворота, боевой карман заехал. Да. Не-не-не, сейчас спустимся и поднимемся по этому, по новому. А, вот даже спустимся? Да. А вы видите, что можно вот там, вот в свалке, на хорошими бензинскими дали, полезть наверх. А потом разворачиваться и ехать. А так на шарах... А что, мы развернулись и ехали? Не знаю, мне по новому нравится подняться. А ты хотел по Астаринска спуститься? Нет. А потом по Платов доедем, где я упал, там спустимся. Точно? Уверен? Да. И там уже поднимемся через перевал на Тихую Бухту. Ничего не понятно, не очень. Ну, да не, ну блин, Костя сказал, не разогреется сразу. Вова мне сразу сказал, смысл нам было ехать в Симферополе, чтобы проехать 40 километров. Да. 50, вот. Ну это вообще, ну блин, тут получится реально 40 километров, если мы будем все сокращать. Я даже, когда я вот этот маршрут езжу, у меня там уже 60 километров. Так мы сейчас по трассе спускаемся на Панова. Вот. По трассе прям на Панова, по асфальту. За автомойкой. Налево. Вон мотив знает. Короче, куда-то едем. Где? А, куда? В этот? Да. Каньон. Каньон. Колорадо. Короче, ты по Дюмову мы едем. Ну, так бы сразу сказал, Колорадо Дроп. Сюда ж? Туда. А, туда? Давай туда вгоняй, пусть направляй. Да, там, кто там знает дорогу? А то у меня есть парень.
бабы. А, фиг его. Не знаю даже. Все, Леня, будем спускаться, где я упал, или чуть левее ехать? Левее. Ну, такой длинный, где мой, да? Ну да, 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 да. Так, думаю, раз в руколку пересекли, ну, как меньше асфальта. Да, поедем, в общем, так. Окна. Ага. А я включил эко. Что это значит, мы не в курсе? А, ну, типа, как вот у вас. Режим. Да, да. Да. Мы едем в эко. Мы едем в Эко-маркет. Это твой кореш устал. Ага, что-то ля. Отстает что-то. Не-не-не, от кого ты отошел? Не знаю, что ты на создатель. Красивый домик. Женя, Женя, дай. Давай. Целая банда. Мне походка вообще
огонь. Не жарко. Я вчера фотки смотрел, Умерова, блин, саранже какой-то. Это другая, Катя? Да. А я их не различаю. Саранже, конечно. Нужно бы так, что ее нет. Ну Шарыпов же вроде тоже татар. Татар. Раз, два. Шарыпов. Тут не гоните. Надо? Да, есть. Люди облегчаются на коту. Скидывает вес, да? Чтобы подниматься, надо сбрасывать. Я его всунул где-то там, я просто. А он еще один. Может, ему сейчас скажем, чтоб присоединялся. Лёня, сейчас что будет? Только каску не скидывай. Каска, да, нужна, ты что? Свою каску не попивай. Я отрихтовал. Батя мне отрихтовал каску. Блин, надевайся вообще, я сейчас с другой стороны здания. Примерно так и было. Что-то он вообще отстает. Да не, я же человек смотрю. Не, ну вы все здесь, а он там. Блин, ну ты, Саня, только не говори, что ты там не прикалываешься. Я тебе свои отдам.
Нам куда? Ты так быстро забыл? Да. Или у тебя в панике только мое падение? Да, 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 вот именно. Да, после этого все. Дорогу забыл. То есть пару терабайт, все, вперлось. Да, да. Да. Сила духа. Да. Ну сейчас станем. Думает, все, больше с вами я не поеду. Ну, они сейчас, о, больше я с вами не поеду. Или они уже ездили этот участок. Не знаешь? А, чтобы некоторые отставали, бросали маршрут, да? Я скажу, давай, мы заедем в гости. Кому? Тебе? Что-то их не видно. Да, боковой дует. Ну, да, станем, а чё? Перекурим. Куда-то дорога он пошла. Тропиночка. Колеса снимаю, мою, а это все так, тряпочкой.
А под с этим полностью не мою, потому что что-то может куда-то затекти. Ну да, давайте здесь. Или дальше там, вот или здесь. Там, А кто-то поднимался в судаке на гору Ай-Георгий? Я бегал, трейл. И что там есть? Подняться велосипедом, тропинки. На велике? Ну да, да, там есть, да, дорога. Можно заехать, но получается не... От судака, через виноградники. Ну да. Идет грунтовочка такая, по ней. Да. Потом эта грунтовочка взбирается как на седловину. Ну, то есть если на седловине находишься, ну, поднялся, такая седловинка, то Георгий слева, ну, все в сторону моря, как бы направо, да? Ага. Беговой трейл, он был вот с этой седловины влево, тропинка, и там на велике уже не поехать. Там, ага. Ну, там на сам Георгий тяжеловато на велосипеде заехать. Ну, да, да. Ну, там есть такие, да, участки, что... К роднику там... Ну, к роднику, да, это я понял. И крутовато, и каменюки. Да, 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 да. Там беговой такой. Ага. Ты имеешь в виду со стороны... Ну, ну, а если... А мы вот поднимались со стороны этого... Ну, дороги, которая идет на судак. Ну, с самой вот этой, ну, деревни и там... Не-не-не, со стороны, смотри, вот как мы... Едем с Феодосии, получается, ну, с Щебетовки. Ну, проезжай. И там вниз спускаешься почти уже до самого судака. И там шлагбаум есть. А, я понял. И через виноградники вверх. Ага. И там такой тяжелый подъем, ну, ага, заезжаемый на велосипеде, нормально. Ага. И все, и ты там уже на Георге. А, ну, вот так даже. Да, там вот классная дорога. Единственное, что много по асфальту, надо ехать с Феодосии оттуда. Ну, да. А так, вот я... Два раза с Мамбергером ездил туда. Мне вообще... Даже он мне этот маршрут показывает. Ага, прикольно. Можем как-нибудь съездить? Да, а что? Вот я ездил недавно на ветровые вышки на Меганоме. И там поднимался на самый верх. Почти на самый верх поднялся. Проезжаешь там в воинскую часть с правой стороны. Ветряки, и куда ездят джип-туры, они прям... Спускался к маяку туда вниз? Не, вот к маяку не спускался. Прикольный спуск, там очень красиво. Я просто приехал, поздновато уже было, я пока туда-сюда и уехал. Ой, Лёня. И там, короче, на самоверх вот поднимаешься, там весь судак видно, новый свет, видон, да, такой, да, да. Маяк, вот вообще там прикольно, так классно. Да, я тоже с Мамбергером один раз ездил, потом... С Васиным один раз ездил. Мы, знаешь, с кем ездили? 66-я трасса, мы с ней катались, спускали. Она все дропы прыгала на хартейле, который ей большой. Под пацана. Ясно. Не, он ей небольшой. Ну, там, у нее... Нет, большой. Это пацана, хозяина веломарки ЦСКА, сына. А сын как раз упал, поломал позвоночник. И все, да? Ну, не, больше... он нормально сейчас. Ну, он уже не выступает, но... А, ну так, чисто, да? Да. Любитель. Да. Да, я знаю, девчонки где-то на Ютубе где-то видел. В Красной Поляне там сягают, там в Архизе там летают. Я в группе скидывал, как девчонки ездят. Миролюбову скидывал. Но таких мало там человек. Ирину скидывал. Где-то около 5 их там по всей России, если так. Да не, побольше. Больше. Человек 15 есть. Mm. Даже да, так... возьми соска. Ну, я так и увидел.
Блядь, передний мотор. Ну ты, у тебя очень спущенная была. Проседало оно. На спущенных тоже, да, вот такие бум-бум. Да. А вот это? Угу. Это с Алиэкспресса? Угу. Это такие, как у этот, как он там, доктор Гон был? Да нет, доктор Гон потиже по цене на порядок. Фу, какой мальтодекстрим невкусный. Я сборик заказывал, один обод уже такой, фу, воду пить надо. А, сборик колёса, да? Ну, если бы у меня моторчик был, а так откуда я энергию буду брать? Сникерсы есть. Фу, какой невкусный. А я до этого, у меня был вообще безвкусный, классный. А это, я думаю, сэкономлю. Сэкономил. Да. Так, это их сколько? Двое, да? Трое. Отстали. Второе даже. Ну, я не знаю насчет третьего. А, вот тот, который ехал самый... Да-да-да, самый последний, да. Что-то он как-то, да... На, ну где? А, да? Тут было мягче? Это да? Куда же еще мягче? Ау. А, еще даже это даже еще. Ну да, видно. Ну. Это мягенько. Да? Конечно. Бля, ну еще не... надо. У меня привычка, ты что, для меня вот это. А у тебя вес какой? Сколько вес? 70. А, ну при таком весе может и давай нормально. Бля, я, наверное, знаешь что? Я вот, наверное, заигрался, блядь, с этим низким давлением. Не обод хуёвый, а я что-то где-то, блядь. Ну, видимо, да, надо там промять его. Ну да. Да, потому что звон стоит, значит, оно же прямо... Пацаны, всё-таки... Джип-тур, да? Джип-тур. Что-то вообще, ребята, медленно. Ну да, отстают. Мы... Едем сейчас медленнее, чем в прошлый раз. Ну да, мы в прошлый раз прям топили. Ну да, и дистанция была меньше. Ну да. А он что, пошел искать? А это какие, 180-е? А, ну да. Так а ты говоришь второе, ты уже второе заказал, в смысле что? Я уже один у Серёги лежит, битый. Я битый, не битый. На 4 километрах на асфальте в такую яму, блядь. О, едут. И он вот так вот, блядь, пошел. Ты же что, сюда? Направо? Прямо нам. Ну что, ничего, блядь, пластыря не взял. Мне на прошлом пластыре вот так вот наклеили. Ну что такое? Ну чуть-чуть это, откарбонился. Да что ж такое-то? Только хотел себе карбоновый обод обуви. Где? Я второй. Я вот первому хотел два выезда, этому, блядь, полчаса. Карбон, да, карбон. Это Двиман, блядь, по 750 грамм. Блядь, да конечно, у вас с таким давлением. Чего я... давление? 1,7. Да? Ну, у тебя прям сильно вообще прям. У меня передняя. А, передняя. Передняя можно, а вот задняя надо... Причем у меня вес 90, поэтому я качаю так. Все, блядь. Я понял. Слушай, да нет, у тебя тоже, ну вот. Ну да. 1,7 где-то так. У меня... Ну и то даже так, можно что-то качнуть еще. Ну блин, когда начинаешь ехать по асфальту, начинает вилять. А, ну это да. А мне это, чтобы возле дома кататься по грунтам, мне вот хватает нормально. Даже полтора вот где-то так спускаю. Ну у меня единица, потому что я вешу меньше всех, как бы, мне. Ну да. И у меня широкая. Да, вес. У меня пробивает это на бордюрах там, когда меньше полтора качаешь, блин, пробивается. Да. Поэтому. Ладно. У меня еще один есть запасной, последний. А есть такой вопрос на засыпку. А где магазин ближайший? Будем минут через часа 2-3 проезжать какой-нибудь? А, через час, да. А что? Конечно. А подожди, а где? В Тихой Бухте и за Тихой там, аж в Коктебеле где-то? То, что 3 часа это. Через 3 часа уже выйдем с Тихой Бухты. Через 3 часа? Ты что? Подожди, выйдем с Тихой Бухты куда? Выйдем через ворота. И там заправка рядом. Да, и на заправке там есть все. Да. Что-то да. Все, поехали. Да. А у тебя что, еще флягодержателя нет? У меня уже и шлема нет. Я его подарил по дороге. Серьезно? Да. Не,
Короче, следующая остановка на Шарах. Останавливаемся, фотографируемся массово. Массово фотосессия. Да, я обычно таким не занимаюсь. Но надо, да. Да. Вон, а что же не нужно? Ставьте потихоньку. Дизель режим. Воу-воу-воу-воу. Да, дизель. Саня, у тебя сзади было там по-любому 1,7. Да, согласен. Не оба виноват. Я хуйня виноват. То есть, вот теперь где-то 1,2 надо. 1,3 качать. Потому что покрышка хуже. Ну, нормально. Годик еще. Я, блядь, на то. Все, мы с треском пытался на несколько месяцев пока что. Да ничего бы и тому, мне кажется, не было. Ну, конечно, на жесте, конечно, могло что-то случиться. А это дорого, блядь. Мы что-то сотрели, починка. Едут, да, потихоньку. Лёня уже здесь. Лёня уже всех догнал, сейчас будет всех обгонять. Сейчас идеально. Если у тебя расстояние большое, особо. Ветерочек хорошо, да. Обдувает. Вот не жарит. Ну, да не, сейчас вот это сентябрь самый вообще отличный. Лесо офигенно. Ну да. Едешь 26, там, 23, там на Ялей. Прохладненько. Ветерочек. Да. Не спустил, осталось 20 км до конца по полям. А. Бля, ни ветра, ни хуя, солнце залит 32. Я заебался там больше, чем за все подъемы. Гора, блин. Да. Вот. Только надо, чтоб те, которые сзади. По тропу. Да, чтоб уже они, а то сейчас они куда-то вильнут. Отсюда. А, вот, уже один едет. Ох, нифига себе, едет. Вкручивает как. Включи так громко огонь. Ох.
Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Уэй-уэй. Уэй-уэй-уэй. Зыбучие пески. Воу-воу-воу. О! Красивые. Опа! Пискуль! Девушки большие глаза. Как у тебя. Где? Где? Ты же про глаза. А ты по этой хочешь тропинке? Да нет, вот, направо. А, ёп, я думал, там вниз, вот отсюда есть классное. Да, у меня царь когда-то был. Там это... Меня Моисей вроде забрал царя там. Там все 120 ходов вниз, блядь, это, в этой тропинке. Чё, будем фоткаться массово? Да, да, да. Давай, кто? Кто у нас фотограф? Кто лучший фотограф? Вот так много не бывает. Да не, бывает. Продам обод карбоновый недорого. Александр Феодосия плюс 7,98, 7,85. Два, кстати, пару продаю. Так, никто фоткать не хочет. Я фоткаю. Так надо ж там, чтоб вид был туда, не? Сейчас. Против солнца. Лайка. За качество фоток не бьют вроде. Да, там стараются. Выше там, голову, там, да. За ручки. Вот отсюда уже ракурс. Так, надо развернуться. Раз, два, три. И со мной тебя там. Саня, видел, девчонки так фотографируются в кадре, и лицо, и попа, да? Так и у тебя. Или как они там? Вот женатые люди, блядь. И губки у удочки. У вас. Блядь, ну это лучше. Че, поехали? Да. Еще и не шуточки. Сейчас спустимся в коктейбель белого сухого. Ага, по приставачку начнете, знаем. Опа, камушек.
Спасибо. Спасибо. А? Сюда, да. Опа. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо здесь, да? Ветерочек.